Всем привет, с вами Рейвен, и сегодня мы продолжим проходить игру под названием Стикс Мастер Теней. И нам надо до какого-то мужика дойти. И чтобы нас не обнаружили. Так, я тут забраться могу, в принципе. Так, а с той стороны монетка. Ну и ладно. Так, стоп. Отворачивайся. Стопы. А то потом обратно подняться захочет. Так, арбалетчик. Он вниз пялится, надо его убрать. Тушим факелы. Так, где эта библиотека? Спороли брюхо свиньи. Так, стоит ли это открывать? Ну там пацаны какие-то неровные. А тут вроде кто-то был. Да. Он еще слышал. Все. Ну, больше он ничего не услышит. Блин, я подняться потом смогу. Эликсир жизни. Хотя у меня два. Нет, не пойду. Тогда я рисковать не буду. Оп-оп. Отравленные яблочки. Заказывали. Идите есть. Да ты чё, обалдел, что ли? Так, этот спит. Ладно, я вниз. Ему все равно, что ли? Так, и этого надо грохнуть.
Или это он и есть? Ясно. Эктор. За ним, что ли, идти теперь? Ладно, без проблем. Я тут их немного убил, не против. Он не хотел, значит, чтобы я рядом с ним шел, да? А ты не против, если я их буду валить? Друг твой был, а? А как я туда пройти должен? Я же не допрыгну. Или допрыгну. Стой, сохранимся. Ты там подожди меня. Ты не куча, сейчас еще подойдем. Ой, это они на эту книгу оттуда пялились. Все, я прям за тобой, Эктор. Че ты встал? Флакон с кислотой.
Блин. Или их можно было просто этих двоих. Ладно, второй пусть туда бежит. Если только я не встану здесь. Ты ж бежал туда. Стоял. Пошли. Ну ты чё какой медленный? Двигай булками. Давай. Давай. Так. Закрыто. Комната с планами. И тут не пройти. Ладно. Там дверь открылась. Я думал, эта дверь откроется. Там что? Давай, клон, быстрее. Беги. А, ну это... Ясно. Уходи. А, еда есть. Бежим. Монетка. Механизмы. А.
Надо их в определенном порядке, что ли, зажечь. Фигня тогда. Так, первый. Блин, даже сократить не дают. Я надеюсь, это третий, а? Я не хочу туда-сюда еще бегать. Но, блин. Третий. Все. Да, это было сложно. Карта. Крематорий. Отсюда. Сюда иди. Ну ладно. Я тебя где-нибудь здесь выкину, ладно? Не против же. Так, стоп. Мне сюда надо идти. Ладно. Тогда валите. Так, ножи у меня есть один. Меня эта обезьяна заметила в тот раз. Нет, надо сначала это валить. Блин, не в того кинул. Ладно. Трудности.
Да ё-моё! Пока пацаны там бегают. Я их охранника убью. Так, люстру можно было бы уронить. Да тут и отравить можно. Много метательных. Ты не против, если я тебя убью, парень? Нет, ладно. Молчание, знак согласия. Так, флаконы максимум. Отсюда не спрыгнуть. Я ведро, что ли, уронил? Что же за этой дверью? Открывай. Ясно. Монетка. Его тут заперли. Так. Ладно, я по лестнице спущусь. Смотри, смотри. Да, нормально. Один. Че ты офигел, что ли? Друга своего убрать. Да че ты какой обалдевший-то? Еще монетка. Так, закроем. Тут нельзя сохраняться. А тут? Так, ну ладно, тебя даже трогать не буду. Сколько еще до этого убежища-то идти? Спи. Нет, не падай.
Сами вы монстры. Что это? Тарабисы — это гигантские тараканы, которые мутировали от контакта с янтарем. Они слепые, но очень хорошо слышат, если они рядом. Передвигайтесь очень тихо. Так, а я их валить могу? Да. То есть достаточно не двигаться. Повсюду они. Валите. Бежим. Да. Убежище. Still hadn't understood? All those desperates who had the bad idea to taste amber. I hear their thoughts. I hear everything they think. And the elves, they're like me. They hear your guards thinking that they'd hope for a bit less boredom thanks to a small dose of this golden poison. Smuggling. Well, the elves have had your tower under surveillance since the beginning, Barriman. Lies! You're making it up. Oh, really? Yet I can clearly hear your torture thinking. This morning, he sold the pipe of a prisoner to be able to pay for a little smuggled amber. And also, that his balls are itching. There is no kosher band in Akinash. Consumption of amber is prohibited. You're talking nonsense. Aaron, you will gather your men and inspect the bowels of the tower. I want to know the truth. But father, if the elves are spying on us, wouldn't it be better to focus on... Don't make me diplomacy. I'll make sure to summon the elf ambassador, and if they are watching us, he will answer for this betrayal. If you say so, father. And so you managed to get hold of the plans of Arcanage. Have you given them to the elf? Well, anyway, Cerberus was the only one able to decipher them. No. I still had stuff to do inside your wall before returning to the roof. I heard that access to the heart of the tree, the bridge, was protected by a tamper-proof lock. You keep the only key in your pockets. So I said to myself, some drugs.
that be all, my prince? No, there's a guy, Owen, the foreman of the reinforcement works, a crook at heart. Except that all of a sudden, the guy wants to go straight. Bishop, you know the time. Anyway, I don't know what's bitten him, but he's threatened to inform on some of my guys and leave him alone. And I get the feeling that a friend of mine is going to have an accident. Yes, but more than that, I want to make an example. Something that says, when you do business with Oscan, it's for life. Bring his body back to me, and I'll arrange a small show. This is going to cost you, friend. It's worth it. Sitting to your ass and water all the time. Don't worry about that. Эх, надо в убежище забежать. Зачем он спустился-то? Подниматься теперь. Рабочего еще убивать. Нет, не падай. Так, навыки. Убийство, что это? Вы можете убить врага, находящегося под вами. Ладно. Скрытность, состояние невидимости, вы не производите шума при беге. Бла-бла-бла. Вот это нормально. Последнее. Ловкость. Вы более эффективно делаете кувырки и уклон, защищаясь от ударов. Вам нужно меньше точности, чтобы успешно уклониться от атаки. Нормально. Во время поединка вам нужно меньше точности. Метать ножи. Клонирование. Ваши клоны могут на несколько секунд схватить врага. Вы можете посадить клона в шкаф. Ширина облака дым, который возникает, увеличивается. Вы можете сделать невидимым клона. Пользуясь янтарным зрением, вы станете легче обнаружить коллекционные предметы. Увеличивается. Вы более четко понимаете, в какую сторону смотрит враг. Зона действия янтарного зрения увеличивается на 50%. У вас появляется дополнительный флакон с жизнью. Вот это вот можно. В убежище вас ждут 3 флакона с кислотой. Вы сможете забрать их между заданиями. У вас появляется дополнительный метательный нож. Вы можете носить с собой дополнительный флакон с янтарем. Метательный нож. Так. Не, не скрытность, надо вот это вот. А это что? Хищник. Это надо все вкачать, что ли? Ладно. Неважно. А могу таскать только 2. Так, нормально, теперь 3 флакона с жизнями. 3 ножа. Заживем. Что такое? Все. Проходить дальше мы будем уже в следующей серии. А пока всем спасибо за просмотр и всем пока.